Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас сегодня Ford Edge 2016 года, который был приобретен с аукциона Insurance, то есть IAAI. Это 16-й год. Продавала страховая компания, как всегда советуем покупать только у страховых компаний. Заявлен был как Run and Drive, но ехать он не может, потому что обратите внимание на его колеса. Одно колесо смотрит вправо, второе колесо у нас смотрит влево. Дело в том, что у нас перебита рулевая тяга одна. Это автомобиль с объемом двигателя 2,7 литра, EcoBoost. Автомобиль заведен, работает. Жидкость в бачке у нас имеется. Кто-то у нас спрашивал, показывать наклеечки. Так вот, ребят, вот это видите, для сертификации в Украине. Вот такая у нас наклеечка здесь есть. Калифорния у нас все написано, 2,7 литра. Ну что далее, давайте посмотрим, что у нас с ударом. Переходим к удару. Удар у нас пришелся на водительскую сторону. Автомобиль получил по левому крылу, крыло под замену. А основной удар пришелся в водительскую дверь. Мы уже все заклеили, правда, для того, чтобы не попадала сюда вода. То есть, чтобы автомобиль избито не перешел в ранг утопленных. Видите, да, то есть, как мы профессионально все заклеиваем. Обратите внимательно на это. Итак, дверь задняя у нас также под замену. Автомобиль имеет 21-е легкосплавные диски. Новая резина. Полностью целая задняя часть. Так, что я вижу у автомобиля? Припотевший задний фонарь. А так, из нюансов по задней части больше никаких нет. Хотите приобретать что-то подобное? Плюс 1-267-632-4774. Вайбер, ватсап, пишите, звоните. Предоставим любой аккаунт на любую сумму. Так, что у нас внутри? Внутри, как вы видите, мы имеем черный кожаный салон. Комбинированный. Взорваны 4 аэрбэга, то есть взорвано 2 шторки. Вот так это выглядит. Взорваны сиденья оба. Заклинили ремни. У автомобиля 29 тысяч миль пробег. Работает музыка, работает навигация. Все уже это проверяли. Итак, смотрите, какая у нас панорамная крыша здесь. Давайте посмотрим, что дальше. С аукциона автомобиль пришел с одним ключом. Здесь по этой стороне у нас нет никаких нареканий. Вот вкратце и такой вот обзор данного автомобиля. Хотите приобретать что-то подобное? В описании под видео наши контакты. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Вопросы по таможне, сертификации. Ребят, те, кто занимается ремонтами, пишите свои цены на работу. Что бы у вас стоило это? Те, кто хочет оформить автомобиль в кредит, обращайтесь в компанию «Автопарк» в Украине. Мы вам всегда поможем оформить кредит на любой автомобиль со страхового аукциона «Копарт» либо «АЭЯЙ». Все. А сегодня с вами был Владимир Толочка, компания «Сава Моторс». Всем бай!